Всем привет, с вами Jumbo Max, и в этом видео я расскажу вам о последних новостях за эту неделю, которые связаны с консолью Xbox One. На днях прошло очередное мероприятие под названием Xbox Insight, которое принесло нам много интересной информации касаемо консоли от Майков. Рассказали нам про будущее обновление, поддержку клавиатуры и мыши и так далее, но давайте обо всем подробно и по порядку. Многие ждали, когда это случится, но теперь нам объявили официально. Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши в октябре. Не спешите радоваться. В октябре ее получат лишь те, кто находится в превью-версии. И данная поддержка будет распространяться не на все игры. Сначала будет открыт доступ только лишь в игре Warframe. Те, кто боятся дисбаланса в играх, можете выдохнуть. Скорее всего, клавиатура будет применяться только в играх, которые были не заточены под геймпад. Вводить данную возможность в игру или нет, решают сами разработчики. Мое мнение тут такое, что если это реально никак не скажется на балансе, то почему бы и нет? Свобода выбора, все очень круто. Но если же разработчики начнут добавлять клавиатуру и мышь в шутаны по типу колды, то это будет жопа. Кстати, также нам объявили дату выхода клавиатуры для Xbox One от Razer. Выйдет она 10 ноября. Также упомянули про новых аватаров, которых Майки не могут выпустить с 2017 года. Сейчас они доступны лишь для пользователей, которые находятся в альфа-кольце. Но уже в следующем месяце, а именно в октябре, новые аватары будут доступны всем пользователям. Если кто вдруг предан оригинальным аватарам, то ничего страшного, они не исчезнут. Аватары пока нужны лишь для украшения вашего профиля, но потом же, по давней информации, они должны перерасти в метавселенную. И должны вернуться игры с их участием. Если ждешь этого, то ставь лайк. На мероприятии состоялся и анонс нового бандла Xbox One S, который будет поставляться с игрой Fortnite и эксклюзивным скином. Кстати, Fortnite, эта игра теперь официально поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между всеми платформами. От мобильных устройств до PlayStation 4. И теперь обладатели Xbox One и PlayStation 4 могут столкнуться лицом к лицу. Помимо этого, были объявлены игры, которые добавятся в Xbox Game Pass в октябре. Кстати, подписка радует все больше и больше, и для людей, которые знакомятся с консолью, это реально очень выгодно и здорово. Да хотя и не только для тех, кто знакомится, ведь в подписку вводят и совершенно новые игры по типу Forza Horizon 4. Также были объявлены и игры по голду, но тут без комментариев. Как по мне, опять, ну, такое. И самой главной и взрывной новостью на Xbox Insight стал анонс выставки XO. Данная выставка — это что-то аналогичное PlayStation Experience. XO пройдет в Мексике с 10 по 11 ноября, и во время проведения состоится самый крупный выпуск Insight Xbox, в котором будут анонсы эксклюзивных и обычных игр. Поэтому с нетерпением будем ждать. Надеемся хоть на какую-то информацию про Crackdown 3, а то что-то про игруху вообще забыли. На этом у меня все. Обязательно поддержи меня пальцем вверх, ведь от количества лайков зависит качество и регулярность моих видео. Чем больше лайков, тем больше видосов. Также не забывай подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями. Пусть об этих новостях узнает как можно больше человек. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.